Здравствуйте. Сейчас на Малаховом кургане нахожусь. Он закрыт на самом деле на реконструкцию, но нашла я такую лазейку внизу, дорожку. И покажу, как он выглядит. Вот посмотрим, что здесь делается, почему он перекрыт. Тишина, никого нет. Тут что-то косили траву, смотрю, убирали. Ведутся везде работы. Вот видим памятник. Обкладывается плитка. Тут сняли, видимо, плитка тоже будет. В общем, приводит все в сад. Нормальный, благородный вид. Там вот укрепляют деревья. Такие пушки на Малаховой кургане. Не знаю, выгонят меня отсюда или нет. Ну, пройдемся чуть-чуть. Вот такой вид тут. Это музей. Тоже мы видим, что идут какие-то работы. Вот будут такие вот работы. Здесь впереди точно так же что-то копают, что-то переделывают. В общем, работы полным ходом идут. Когда будет проведена реконструкция, я сюда приеду, обязательно приду, посмотрю, что же все-таки изменилось. Представляете, вот здесь вот такая была длинная аллея, она вся перекопанная сейчас. Что тут непонятно, но в общем что-то делают. Пройдем посмотрим, вот какие-то коммуникации укладывают. Рабочие меня вроде бы не выгоняют, так смотрят, что ходит кто-то, но ничего не говорят. Я хотела бы обойти, подойти к памятникам еще другим. Не знаю, доберусь я до туда или нет. Везде все перекрыто. Ну, попробуем пройти. Тут можно, наверное, спуститься. Сейчас все должны быть аллеи, по идее. Ну, не знаю. Лавочки стоят по бокам, значит, здесь были аллейки. Какие тут красивые сосны стоят. Очень парк сам по себе красивый. Он находится высоко. Вот над, смотрите, от моря до вдалеке видно. Попробую пройти. Тут несколько ярусов идет. Я сейчас на самом верхнем. Внизу еще ярусы есть. И там я вижу тоже что-то перерыто. В общем, будем смотреть. Ребят, кафе «Бастион». Так оно сейчас выглядит безлюдно. Тут опять все нарыто. И что-то тут так цветет. Сначала подумала липа, но для липы еще рано, и это не липа, это что-то другое. Не знаю, тут, конечно, полностью все реставрируют, полностью снимают старые покрытия, насыпают новые. Вот, есть такой памятник с самолетиком. Да? Давайте посмотрим ближе, что это за памятник.
героем-летчиком, павшим за освобождение Крыма. Там дальше тоже было всегда интересно. Сейчас посмотрим, что у нас есть дальше. Пойду ли я вообще дальше. Вот тут очень красивый вид открывается. Смотрите, на бухту, на море. Вообще изумительно просто. Вот как сюда было не прийти, не полюбоваться такой красотой? Было бы преступление. Вот. Вот впереди нас, прямо, прямо по курсу, тот бастион, который я снимала в другом видео, это мыс Константиновский при входе в бухту, вот его отсюда видно хорошо. Там же батарею снимала. Смотрите, какое море сегодня красивое. Тишина, спокойствие, никого нет. Птички поют, ветер шумит немножко. Сегодня ветер не сильный. Вот такой он Малахов курган. Такой он пока в неприглядном виде, но посмотрите, действительно, дороги старые, их нужно реконструкцию проводить. Будут, наверное, выкладывать, я так думаю, плитку. Смотрите, как все опустилось. Здесь не все неровные, поэтому неудивительно, что вкладываются деньги на в ремонт. Вот это вот кафе, что я вам показывала, а вот и дорога вниз. Это по нижнему ярусу можно пройти здесь. А внизу тоже, видимо, какое-то кафе. Вот, пойдемте дальше. Вот сами посмотрите, какая дорога. Конечно, она требует ремонта. Вот так вот она пришла уже все в такое состояние. Поэтому ждем, когда будет закончен ремонт. Думаю, будет красиво. Вот, смотрите, будет наверх дорога, вниз. Там еще один ярус. Такое вот место. Да, граффити, как его сейчас называют. На самом деле, это, конечно, надо в порядок все приводить. Вот такой вид на город идет с этой стороны. Отсюда видно практически центр города. Все покрытие старое снимается и будет укладываться новое. Ну вот, мы все вокруг обошли, посмотрели. Видим, что пока что тут действительно идет ремонт, все закрыто. Но мы будем ждать окончания ремонта и сюда обязательно еще вернемся. А пока-пока!